И снова всем приветики. Мячик – это не все, что можем предложить Ласке. Вот что мы еще можем ей предложить. Такую вот штуку прикольную. И ей она уже похожа. Такая вот штука. Здесь звонилка. Там бомбончик внутри. В колокольчик звонит. А здесь такие перышки. Они, кстати, мягкие, мягкие, очень мягкие. Супер мягкие какие-то. Самому вообще приятно по себе водить. Опа. Опа, Ласка. А? Интересно. Интересно. Вот это ей интересно стало. Ну, Ласечка, интересненько, интересненько, конечно, интересненько, скажи, кто такой бегает, птица какая-то. Угу, угу. Так, Ласка, Ласка, колбаска. Убираешь, и ей сразу интересно, где. Ищет, ищет ласку, где, где. Ищи, ищи. Ищи ласку. Все, и не заберешь. Держишь тут. Ого, какими киптюрами мощными. Вот это ей нравится, не то что мячик. И, блин, хватает так прямо когтями. Не забрать, реально тянешь. Не получается. Сейчас начни тянуть, порвешь. Она как когтями держит. Я не могу собраться. Что ты делаешь, Ласка? Вылизывает. Все, не пускает. Он когти в разные стороны торчат, даже на ноги. Прикольно. Блин, пусти. Ест, ест, типа птица поймала. Ласка, пусти. Все, попалась? Она уже сама не может достать. Она зацепилась. Вот, у нее просто зацеп был такой. Интересный. А сейчас спрятать. Потихоньку ей становится интересно, где, где, где. Идет искать, где, где, где. И вдруг. Ласка. Угу.
Блин, ну вот эта штука ей реально интересна, не то что мячик. Перышки все-таки что-то похожее на птицу. А птица она любит ловить. Всегда она к ней сидит и наблюдает за голубями. И когда они летают мимо, она ж пригибается. Поэтому эта штука ей нравится. Ну, сейчас она не особо настроена играть. Но видно, что перышки ей нравятся. Если бы она сейчас была бы настроена играть, просто она сейчас такая проснулась недавно, ходит такая еще сонная, моется, там что-то такое вот. Не особо интересно. А когда трохи проснется, разбегается, о, тогда вообще, если она сейчас уже ловит, то потом вообще с этих перьев только клочья будут лететь в разные стороны. Так что, такая вот штука прикольная. Как-то так. На этом все. Всем покедова.